Засветись, стань заметнее на дороге. Это новая социальная кампания госавтоинспекции помогает обезопасить пешеходов на дороге в темное время суток. О способах стать заметнее в репортаже Елены Бабиной. Вот вы у нас сегодня огоньки. Вы сегодня самые-самые заметные на дороге. Я вам сейчас раздам всем фликеры. Это тоже маленький такой огонечек, который светится в ночи. И мы с вами эти огоньки подарим прохожим. Хорошо? Сотрудники отдела пропаганды безопасности дорожного движения совместно с юными помощниками провели акцию «Засветись, стань заметнее на дороге». Впрочем, сделать себя более заметным не так уж и сложно. Достаточно на свою верхнюю одежду прикрепить детали из светоотражающих элементов, так называемых фликеров. Они бывают разного цвета и формы. Смысл один и тот же. То есть изготовитель, он придумал вот этот фликер, у него одно качество у всех, независимо от цвета. Он отражает свет фар в темноте. По данным статистики, ношение в темное время суток светоотражающих приспособлений снижает для пешехода риск попасть в ДТП в несколько раз. Таким образом, водитель сможет его увидеть за 200 метров. Ведь что греха таить, не всегда нам приходится переходить дорогу в местах, оборудованных светофорами. Иногда бывает. Когда спешу, может, перебегу дорогу, если машин нет. Ну, иногда. А так? Ну, а так вряд ли. Жить хочется. Именно поэтому воспитанники детского сада «Ласточка» и учащиеся школы номер 4 раздавали прохожим яркие фликеры и памятки с разъяснениями, для чего они нужны и как при их помощи можно обезопасить себя на дорогах. А еще и сами вспоминали правила дорожного движения. Это дорога, по ней надо переходить. Там должен быть светофор. Если он пока зеленый, надо переходить. Еще я знаю, что дорогу можно переходить за руку с родителями. Да, с бабушкой, с дедушкой, с мамой, папой. Давайте позаботимся о своих детях. Сделаем их заметными на дороге. Кроме фликеров, будем им также выбирать яркую одежду с уже встроенными светоотражающими полосками. Елена Бабина и Адамия, Наталья Буслаева. Видное ТВ.